Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Тутти Фрутти и Вуди. И Тутти Фрутти у нас на пауке сегодня. Моделька, которая многих почему-то смущает. Все, кто на стриме ее видит, сразу: «О, паук! Паук! Там паук!» Особенно когда ноуклипом под потолком летает, типа как будто он на паутине спускается. Ну, в общем, ладно. Небольшое отступление. Собственно, добро пожаловать на обзор четвертого финального раунда квалификаций для дуэльного турнира. Это у нас карта Undead против CGS, кланварная, очередная кланварная. Сделана была она в 2006 году, 12 мая, собственно. И Димон ее много задрачивал. А я ее не задрачивал, поэтому я сделаю первый обзор, а Димон потом покажет все остальное, да. В общем-то, появляемся мы в небольшом туннеле, впереди там что-то есть, у нас три ракеты, у нас есть платформа. И на это... А здесь, кстати, тоже, да, нету звука? Забавная фигня. Кто знает, что за поверхность вот здесь вот? Здесь нету звука приземления. А вот здесь есть. Интересное. Да, вот. Ну и в общем, да. Здесь, судя по всему, так как здесь отбирают у нас ракету, нужно либо без приземления туда залетать, либо кидать под себяшку. Естественно, под себяшка самый будет простой вариант. Я так, может, тоже, может, я так долетал? Не, я даже не пытался. Ладно. Ой. Ладно, сделаем под себяшку. Я думаю, если кто-то долетал, то он сделал это в демке. Почему я не могу сделать под себяшку? Ну, мать. Ну. О, неплохо. Так, дают нам гранату, дальше также движемся по туннелю. Можем под ним прыгать. Почему бы и нет? Это даблджамп, скорее всего, никак не юзабелен. И нам, судя по всему, надо наверх. Дают нам еще 10 ракет. И есть у нас гранаты, собственно, давайте их замиксуем и попадем дальше. Так, что у нас здесь? Здесь есть у нас телепорт, который мы падаем. Если заходим, оказываемся на той стороне. То есть, а куда нам надо? Наверх. То есть, я как бы, окей, я знаю, но не факт, что все прям сразу догадаются, что нужно отсюда кидать ракету туда. Хотя, мне кажется, можно, кстати, две кидать, типа, может, вот так вот. Как тебе такое? Неплохо. Вот. Ну, не знаю, насколько это. Так, залетели. Далее у нас Rocket Run. Тут, бля, буду надо кидать ракету. Да. А как? А и все. А, вот. Так, гранаты. И, кстати, небольшой косяк маппера. Кинул такой. Небольшой косяк маппера здесь, то что такие вот щели. Не знаю, то ли маппер дурак, то ли это мы считаем, что это косяк. Прямо совсем-совсем непонятно. Давайте заплазмим. И прямо вот здесь, да, у нас финиш? Не, на компьютерах. На компьютерах? Серьезно? Да. От них еще можно удариться и не финишировать. Серьезно? В этот? Грустно. Попадалось тогда, было. Ну, в общем-то, вот такая карта. Я не знаю, давайте я попробую, может, побыстрее ее как-то пройти. И потом нам Димоны покажет всю хурму.
Неплохо. Почти. Almost, как говорится. Давай! Давай! Почти. Ну клип, давай! Ну клип! И у меня нет бинда, но ну клип! Ну бля. Да. Е. А можно типа вот сюда ударится и не финишировать, да? Да. Ну ладно, давай тогда, Димон, покажи, что тут есть интересного из роутов. Ну, вначале-то тут особо роутов нету. С под себяшкой все делаем. Типа стрейфим. Тут можно ракету, гранату наперед кинуть, либо тут ее подождать. Ну и тут, в принципе, гранату вообще-то юзать не нужно для топового роута. Есть тут такие вот клавиатуры, которые на самом деле рампы. Mm-hmm. Можно сделать дабл-джамп с ракетой, залететь наверх. Но на скорости 1500 это, блядь, вообще сложно делать, это я вам говорю. Приходится тут вот тормозить, делать ГФ, потом уже делать эти джамп. Ну или можно вообще вот здесь вот тормозить и вот так вот делать. Ну, так вот. Неплохо. Тут тоже есть несколько роутов. Можно кинуть ракету там, подождать ее, сладить. Ну, у меня сейчас не получилось, но ладно. Можно ее затаймить с дабл-джампом из телепорта. Но это тоже... Ну, на самом деле, это не так уж-то и нужно делать, потому что тут можно просто с дабл-джампа с телепорта сделать. Залететь наверх. Ну, туре. А, зараза. Ну, если получше сделать, типа. Вот так это примерно. Быстрее же, по идее, нет? Да, это быстрее будет. Неплохо. Потому что тогда не нужно будет ждать эту ракету, которая летит полтора часа. Угу. Если бы расстояние было поменьше, тогда это было бы очень юзабельно. С 2х там дабл-джамп. Ну да. Тут тоже есть несколько роутов. Можно как бы сделать выпрыг, отстрелиться вот на 1700, стрелять ракетой, все так быстро, динамично, словить ее. Но это будет медленно. Потому что быстрее будет сделать один буст, кинуть 5 ракет и словить их как-нибудь. И улететь сразу там просто на сверхзвуковой, просто на финиш. Ну-ка, ну-ка, слови. Жаль, сверху рампы нету, потому что это тебя не откидывает. Еще был другой роут. Такой. О, вот это буст. Как бы ловить две ракеты сразу. Но у меня нормально так ни разу не получилось. Но вроде нормально, роут. Типа красивый, все такое. Но ну так, побыстрее получается, если две вот так закидывать? Ну, если их две кидать, то они дольше будут лететь, потому что ты пускаешь где-то вот там. С другой стороны, ты будешь, можешь пускать одну ракету вот тут. Как бы, ну хз, тут вообще тонкий роут. Идея быстрее всего вот этот роут с пятью ракетами там. Потому что ты там просто улетаешь на такую вот огроменную скорость просто. Еще ГБ в конце с плазмой сделать, да? Ну там просто вообще. Еще плазмы наперед накидать. У тебя тут не 2000 скорость. Ну и что? Ну, примерно так. Ну, неплохо. Ну, да, попытаюсь, типа, пройти побыстрее. Ага. Читы. Уф. Типа такого. Неплохо. Просто от этого и сделал просто все. Тут действительно не хватает рампы, просто ударился в нее и сразу на финиш. Ну да, да. Это олдскул, типа, по хардкору.
Ну, не знаю, что ты можешь сказать еще про эту карту? А ну, как она тебе поцелала? Ну, я ее особо не играл, типа, все роуты заметил там, пока валидировал демки. Ну, да. Ну, давай еще побегай, что ли, а то что-то больно мало мы на ней провели времени. Кстати, на нее отправили 12 в ИКУ 3 и 25 ЦПМ. Это очень много, по идее. Много, очень. На комбо-карту, между прочим. Да-да-да, не на стрейф какой-то там. ГБ! ГБ! ГБ, ГБ, да. ГБ! Ой-е! Ну ладно, тогда. Собственно, я не знаю, действительно, что еще тут про карту добавить. Только могу заметить, что у нас какой-то японец появляется в топе. Но о нем мы поговорим в следующем обзоре. Димон, ты знаешь, да, что это за японец? Я понятия не имею, что это за японец. Что? 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 А почему я обратно не могу залезть? Что? Интересно, зачем тут клип? Интересно. А как ты вылетел? Это вода? Что? У него не было стекол, поэтому он использовал воду. Не, ну он, в принципе-то это даже, можно сказать, логично. Он, видимо, забыл заклипить просто. Именно одно окно забыл, потому что тут я не могу вылезти. Да, да, тут да. Не могу, а вот тут могу. Просто текстура стекла, она очень часто багует с близлежащими текстурами. Если она вплотную с другими... Ну, это вот ты тоже учти, учитывай, потому что Дмитрий у нас тоже мапить начинает. Если ты стекло прямо вплотную ставишь какой-то текстуре, у тебя начинают все текстуры, типа, дергаться, баговать. Поэтому это... Не используйте стекла. Ну и давай тогда перейдем к просмотру демок, что ли. Давай. Коль тут на этой карте больше нечего делать. По традиции начинаем с ВК-3. Лунтик. Минута 02:07. Минута. Да, целую минуту Лунтик пытался ее пройти. Помнишь, да, как запускать? Я когда говорю название. Конечно, помню. Красава. Таймскейл. Таймскейл репортед просто. Сразу там 4 репортед. Ну, кстати, хорошее начало у Лунтика. Хорошая подсебяшка. Затаймил неплохо гранату с ракетой. И такой, о, у меня с первого раза получилось, что делать. Дальше. Так, кинул рокет. Вот, я... Ну, и теперь я знаю, где он провел минуту. На... Ну это такой, да, для новичков, это весьма такой сложный трикс. О, в столб так ударился. Ты мне спойлернул. Это было нормально сейчас. Такой типа, бежит, ничто не предвещало беды. Во, видел, он там об компьютеры подписывался. Лунтик. Надо тоже нарезать. Блин, реально, вот кто может, делайте нарезки таких вот смешных моментов с обзоров. И прямо можно будет там из 10 обзоров собрать минуты 2-3, тупо поржать сидеть. Кто умеет заниматься вот этим монтажом, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, мы с вами свяжемся. 39 секунд и 5. Батя из Псковской области обогнал Лунтика на 30 секунд. Ну так, округлим на полминуты. Задом начало! Ну тут и батя. Эдик, все, тупо бандеты. Ну, Эдик у нас же в молодежке, кстати. О, тут же граната есть, на туре, нифига! Да, граната, если не заметил.
Ну, натуре. Неплохо, Эдик. Типа, зачем мне делать 2х, там, могу выйти и гранату кинуть. О, видал, типа, Лунтик пытался там 2х сделать. А вот Эдик заметил, что граната, и все, сразу полминуты. Да. Не готовился с этим 2х. И тоже врезался там в столб, и тоже зацепил компьютер. Я говорю, эти компьютеры не вообще... И на 9 секунд обогнал его Зеча из Ирландии. Все мы знаем, Великая Ирландия. Увы. А Зеча это же Мобилюк? Да. Ну, я не буду плей говорить. Я когда говорю ник, ты запускай там просто и все. Ну ладно. Типа смысл. Неплохая да, кстати, дала сотку ему. Ну, она ему еще траекторию подровняла. Неплохо, да? О-о-о. Неплохо запустил, да, вот он вперед. О-о-о. Неинтересный 2х. Неплохо, Мамилюк. Только... Мамилюк-то вообще растет. Вообще растет, ты посмотри. Так делай, главное, без ошибок. Ух уж это Ирландия. Смотри, как в конце-то запрыгнул на финиш, вообще тихо. Вообще Ирландия, да вы посмотрите, что творит эта Ирландия. Жесть. Что за жесть? Итак, Римыч. На 200 перегнал Ирландию. Это уже Россия. Россия все-таки победила Ирландию, да, получается? Неплохо. Что скажешь по этому поводу? Так, хорошая подсебяшка. Тоже примерно на соточку. Играл в онлайне Римыч. Тоже закидывал наперед гранату. Таймил ракету. И вот он с ракеты залетел очень классно. Ого. Так, чуть попозже надо запускать. 2х кидал. 2, 3х. Не словил их. Ну что такое? Неплохо. Неплохо. А в компьютере не зацепился. Неплохо. Так, геймрок. Нет, подожди. Хулиган. Сильджен. 29,4. Сиюшки нашей родной. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это под себяшки пошли. Неплохо. Насмотрелся стримов у Вудичты. Стал делать нормальные вещи. К сожалению, не сразу залетел в телепорт, но потом ракета себя подровняла, кстати. Это нормальный мув был. Неплохо. Ух, нихуя у него тут в конце. Гопер коннектится. Да. Таких просто подсебяшек и таких ракет законнектился. Ну, призвал хулигана Гопер. Так, далее у нас идет геймрок. На соточку всего перебил хулигана. Надо найти эту соточку обязательно. Я полагаю, либо он кидал гранату наперед, либо он в телепорт нормально запрыгнул. В телепорт, скорее всего, мне кажется. Хотя, может быть, типа, как это обычно бывает, но вот подсебяшка такая же, да, можно сказать? Граната наперед. Ой, как хорошо словил. И сразу выстрелил ракету потом. Не так, телепорт немного быстрее. Да, у него, видимо, финиш помедленнее. Тоже да, не словил. Да, вот финиш медленнее. И вот за счет того, что финиш медленнее, а телепорт побыстрее, у него вот эта соточка и вышла. Хотя все могло быть покрасивее, я думаю. Красивее. Да. Будет учить меня еще тут. 22,3 с огромным отривом. Талитинский Кианекс. На 7 секунд перегнал геймрока. Огромный отрыв. Не знаю, как так. Почему нет у нас промежуточного звеня? Звеня. Что со мной сегодня? Ну ты еще 300 под себяшка, что? Неплохо. Кидал гранату наперед. Кенекс тоже стримы смотрит. Да, сразу выкинул. Ой-ой-ой, как залетел. Ой-ой-ой, смотри, что творит, а, Кенекс. Я будто бы смотрю демку 2007 года, ей-богу. Ебать, как быстро залетел. Жесть, он реально сделал очень круто. А что ты, а улетим там, если секунду еще целую? А хотя бы то же самое, я так понимаю, да?
Ну, только побыстрее. Только побыстрее, да, как обычно и бывает. Так, и монстрик перебил, кстати говоря, Кианекса на соточку. Целую соточку отжал. А где эта соточка? Давайте найдем. Проанализируем. Найдем. О, нифига, он залетел. Да, ну старт почти такой же. Граната тоже наперед. Гранату чуть позже выпускал, по чекам тут, скорее всего, монстрика минус от Кианекса. Вот, он в конце стрелял уже от стены, быстрее набрал скорость. Да. Из-за этого плюс. Ну, финиш, в принципе, точно такой же быстрый, очень. Даже побыстрее, по-моему, финиш, чем да. Кианекс, потому что Кианекс там еще из диагонали как бы выходил. А тут просто напрямую к финишу. Там можно было, мне кажется, еще в плане ВК-3, можно было по потолку еще поплазмить. Типа с приседом немножко. Там все равно патрона 3-4, может быть, влезло бы. И скорости было бы намного больше. Думаешь, Литиум так и сделал? Я спойлернул сейчас что-то? Я не знаю, я не смотрел ВК-3, я не валидирую. Ладно. Андет Альмера на соточку перебила монстрика из Чечни. Чечня наша, все, Альмера. Только не оставляй нас. Так, под себяшки тоже в Вудиску. 1400 разогналось. Неплохо. Ой, как, на 200 быстрее, кстати, угу. От монстрика по чекам. Я вижу сейчас белые. Обе ракеты от стены. Подровняла скорость, угу. 3 ракеты наперед. И тоже отлично залетело. Очень быстро. Да, вот вообще это нормально. Отлично. Правда, на финише, по-моему, немножко медленнее поднялась. Из-за этого... Типа она 200 сделала от монстрика. У монстрика там при выходе из телепорта 3.0 было, у Альмеры 2.8. И получается... Да, и... Ну, я думаю, соображаю просто. И она сразу вроде даже побыстрее будет. Ну, ладно. На рекрут. Секунду. Да. Рекрут. Третье место у нас занимает 21.4 на 600, на 700 побыстрее. Сейчас посмотрим, где вот эти 700. Ну, здесь какие-то читы, не иначе. Начало вроде бы побыстрее, да? Очень рано гранату выстрелил. Тоже плюс. Ну в потолок, ну поплазмить потолок, ну вы что? Рекрут вообще старая школа, как можно этого не сделать? Ну ладно, ну прошел классно, прошел красиво, конечно. Ну да, быстро, в принципе, получилось. Только мне кажется, все равно медленно у него получилось D2X. Что в телепорт он очень медленно залетал. Ну уже по меркам более высокого скилла он сделал это медленно, на мой взгляд. Ну окей, Хейз. На соточку. На две почти побыстрее. Чем рекрут. Занимает второе место, кстати говоря. И, кстати, посмотрим оверолл в конце этого обзора. Посмотрим, кто там квалифицированный уже. Стар чуть помедленнее, чем у рекрута. Гранату очень поздно кинул. И в итоге еще 200 отжал, что? Телепорт тоже медленно залетел. А что такое-то? А где? Что-то я не понимаю. 4 ракеты запустил. Ого! А-о-о! Нифига. Так идет этот финиш. Он... Хейз, если бы сделал нормальный старт, он бы литиумов просто в щепки, в щи просто разнес бы. Он бы сделал 20 секунд, мне кажется. Хейз. Ну ладно, первое место. Литиум затащил в обе физики, кстати говоря, 21.1. На соточку побыстрее. А я Мур был на сервере, ты заметил? Нет. Я пропустил, я задумался. Надо Литиума на место поставить, ребят. Вот, в телепорт побыстрее. Будешь его перебивать в обоих физиках? Ого. Не. И 4 ракеты. И вот он по потолку уже. Ну вот же, по потолку он пострелял. Mm-hmm. Вот.
Вот она, типа, прочки думают одинаково, вот. Но у него финиш медленный, на самом деле. У Хейза получилось гораздо быстрее. А все остальное, конечно, да, сделал качественно. И в телепорт быстро залетел. Ну, в общем, ну вот это вот, как обычно бывает. Я постоянно в последнее время об этом говорю, что у кого-то одна часть карты офигенно быстрая, а другая медленная. У кого-то наоборот, одна медленная, другая быстрая. В общем-то, это даже не знаю, может быть какой-то психологический фактор. А может быть и нет. Окей, ЦПМ. Гораздо больше у нас здесь демок. Лунтик по-прежнему крайний, как ни странно. Лунтик говорил, что каждая комната — это каждый круг ада просто для него. Что каждая? Что? Каждая комната — это просто круг ада какой-то. Да, в натуре. Но он за 35 пошел-то вроде как нормально получается прошел, да? Ну, без запинок пока. Ну, окей, ладно, давай посмотрим. А ты уже, наверное, посмотрел. Я смотрю, начинаю. Так, начало без приджампа, под себяшка ни сколечки не дала. Я запутался, там еще под каким-то углом странную гранату выпустил, что-то лунтик совсем пьяный. Я вообще задумался тут очень много. Ну, кстати, хорошо слил 2x. Кнопка вперед просто отстреливается от стен, надо также попробовать. Замечу, что у него джампы 1-1-1-1-1-1-1-1. Тебя видно прыжки, да? Нет. Нет? Там у него было 1-1-1-1. Ну да ладно. Ну прошел вот, как я и предполагал, без запиночек. Простенько, элегантно. Нигде не запоролся. Просто как смог, как батя вытащил. А следующий-то как раз батя и идет. И это у нас Эдик. Нео Эдик Адарт на 6 секунд из Псковской области. Тоже начинающий маппер, кстати говоря. И это не может не радовать. Так. Граната была не наперед. Тоже использовал гранату потом после телепорта. Неплохо. Ну, Эдик использует чисто стабильные роуты, чисто для себя. Это норм. Да, это норм. Я думаю, Эдику за эту гранату, если мы больше не увидим нигде такой роут, можно будет дать приз за оригинальность. Потому что никто эту гранату там не юзал. Хотя это, естественно, это медленнее, но это быстрее, чем лунтик. Приз за оригинальность быстрее, чем лунтик. Да. Барин. Какие-то у нас Никита, батя, барин. Тут царь, наверное, где-то сейчас еще будет. Окей. Барин на 3 секунды побыстрее. 3-3. Должен был барин у нас сделать, значит, 2х там. Ой, какие мувы. О, 1500! Неплохо, барин. Хозяин барин, как говорится, подъем очень медленный, с гранатой почти не словил. Телепорт залетел с 2х, это в принципе хорошо, одна ракета в молоко, минус. И делал с гранатой, стабильненько. Все по идее верно. Да, молодец. Ну и хоть об компьютеры не зацепился. Ну да, тоже плюс. А так, ну... Надо стараться лучше. Вот парень, допустим, лишнюю ракету после 2х выпустил. Очень медленно поднялся с гранаты. Допустим, вот я бы, типа, гранату словить с ракеты — это не очень тяжело. Хотя бы со средней высотой не идеально, понятно, их затаймить. Ну, типа, вот, допустим, я бы в то время словил плохо гранату. Килл. Более, что это почти старт. А бы, окей, если это финиш, и ты там до этого плюс хороший несешь. А если это старт, то как бы нажимаем kill, ребята, и перепроходим. Делаем очень хорошо. Хотя у барина получилась хорошая подсебяшка на 1500. Ну, в общем-то, ладно. Я думаю, барин сделает для себя какие-то выводы. А мы посмотрим за Римычем, который перебил барина на 1.2. Между прочим, это тебе не хухры-мухры. Роди там на сервере.
Неплохо. Тоже хорошая подсебяшка. Почему у них подсебяшки получились, а у меня нет? Стало быть, они мать ракеты, а не ты. Неплохое заявление. Я запомнил тебя. Три ракеты впускал в конце. Словил их вроде как. Да, но не очень хорошо. Словил. Но тем не менее словил, как бы, да, почему бы и нет. 19 место в онлайне, неплохо. Да, топ-20 это всегда почетно. Так, хардкор. На 80 перебил Римыча. Двадцать пять секунд. Твоя моделька голема. Тоже под себяшка хорошая. Да вы чё? Вот это уже таймы, видимо, которые делали без гранат. Дабл джамп. Хардкор первый, кто сделал дабл джамп, хочу заметить. Да. Ого! Ооо, смотри, смотри. Жаль, не стоял, конечно. Но это хотя бы пытался. Да. Ну, это. Не, это определенно плюсик за такую попытку. Даже хотя бы попытку. Это очень круто. Я бы, допустим, не решался такую фигню делать. Хотя, не знаю, если бы я играл ее. Не знаю, ладно. Так. 24,8 на 300 перебил его хулиган из России. Он же Ксильчен. Кстати, реально, я говорил как-то с Никсом. И он тоже, ну просто вот неосознанно такой, Ксиль Джен говорит. Я что-то я так смешно там стал. Так. С гранатой. Неплохо. Даже подтолкнул ракеты себе там. Плазма наперед. 1.5x. Один тайм с Римычем? Нет. В онлайне, 19-е. Видимо, сместил Римыча просто. Да, ну, блин, даже не знаю, где вот эти 400? 400, не знаю. На финише? Не, Римыч вроде поднялся быстрее. То, что после телепорта порезче. Ну, не знаю, надо будет... Кому интересно, проинспектируйте этот момент. Так, геймрок, опять же, очередной большой отрыв у нас в... Эфиоп! Где? А, да. Я не вижу. 24-1, Эфиоп из ЕКБ на 700 побыстрее, чем хулиган. Ксильчен. Блин, классный ник, да, у хулигана? Ксильчен. Это же круто звучит. Ну, вообще так, звучит так дерзко. Ну, не то, что тутти-фрутти, что это, блядь? Ну, блин, детский садик. Вуди, что? Вуди, блядь. Вуди. Отличный твоих двух ракет залетает. Ничего себе, он ее как бы вниз еще кинул. 2х словил в конце. Блин, ракеты неплохо. Поднялся очень быстро. Еще ГБ сделал. На стол псов. Но все равно. А вот было бы 136 у него, и что? А вдруг он бы проиграл кому-то? Все правильно, надо бороться за каждый фрейм. Большой-большой молодец, Эфиоп. Нужно стараться лучше, в любом случае. Теперь вот Гимрок, который, кстати, перебил вот этих всех людей, которые до него. И это похвально, это похвально. Растет Гимрок, сразу видно, что человек постарался, не для галочки отправил. Перебил на 2 секунды, по-моему. Я поздно запустил, ну да ладно. Ну как, говори, что он тебе там делает. Ну, под себяшку сейчас скину. Бежит такой, раз, два, два, гранату наперед. Ракету, опа! Очень плохо тоже словил гранату с ракетой. Но тем не менее, в принципе, выглядит это все гораздо лучше, чем... Ой, двоих словил. Неплохо, двоих словил, между прочим. Да, очень хорошо словил. Ну... Прошел очень круто, учитывая, что ну, до этого, то, что мы до этого видели, и то, что сейчас, это как будто он просто на уровень выше сразу такой стал. Ну. Но его перебил Сити Хабиб на 200 из Румынии, 22.0.
Смотрим. Нгот. Нгот, да, еще тогда. Нгот. Сейчас уже Сити попал в андеты. Легким движением руки. Так, хорошая под себяшка. Граната наперед, достаточно ранняя, 2.8 чек, это хорошо. И с даблджампом. О, неплохо. Молодец, какой Сити. Ой, две ракеты запустили. О, как словил, Вот Сити можно дать приз за оригинальность, я думаю. Ну не, так ведь до него делал уже кто-то, хардкор пытался. Хардкор делал, но не сделал. Ну он же пытался, а значит это уже не оригинально. Ну ё-моё. Ну, Сити, я знаю, что Лунтик тебе переведет, поэтому я не буду париться и говорить на английском. Красава. Красава, Сити. Так, далее. 21.8, Undead, Undead. Замечу. Некрис, он же Некрис, он же Никс, он же кто-то там из Венгрии. 21.8 на 200 перебил. Я опять поздно запустил. Мы вот, если что, просто, мало ли, этот обзор может, ну, мне кажется, он может быть немного скучным, потому что... О, неплохо, с даблджампом он залетел. Нормально. Еще 2х как четко словил. Ну, вообще все четко. Никс, вообще красава. И компуктер зацепил. В конце компуктеры зацепил. Уж эти компуктеры. Это все из-за компуктеров ваших. Вот, а, я что я начинал-то? Может быть немного скучным, потому что мы вроде как недавно проснулись и вот пишем специально для вас. Ну да, есть такое. Поэтому. Поэтому, в общем-то, жуйте, что дают. Ну ладно, ко второму обзору мы, наверное, проснемся, а может быть и нет. Монстрик 21.6. И на 200 перебил Некриса. Большой-большой монстрик, молодец. Играет не только в ИКУ-3, но и ЦПМ. Всем на заметку. Всем просто в образец буду стоять монстрика, потому что монстрик красава. Но Сити все равно больше красава. Потому что Роуд реально крутой. Я думаю, можно эту демку Зергу показать. Монстрика? Не, Сити. И сказать, что смотри, какой у нас челик в плане. Почти хорошо словил в конце 3х. Ну да. А так, ну, все пройдено отлично. Что сказать, с даблджампом. Хорошо затаймил там, не затаймил, точнее, хорошо сделал даблджамп. То есть вначале даблджамп до телепорта, потом даблджамп из телепорта, где ракета. В принципе, все исполнено круто, так что монстрик, красава. Я думаю, что... А где? А у него была ЦПМ демка, да? Ой, в ИКУ-3. Да, была. А почему он без нгота? А, он не в нгота. А, все, монстрик, отстань. Кипиш на соточку побыстрее. Ну, на 50 побыстрее, чем монстрик из Челябы. Кипиш, динозаврик у нас. Хорошая подсебяшечка. Из даблджампа. Ну что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, в принципе, все нормально сделал. 3х словил. Отлично, я думаю. Финиш тоже новый. Надо ли ему стараться лучше? Конечно, надо. Всем надо стараться. Ну ладно. Тогда переходим к Торнеру, который опять отправил какую-то фигню, судя по всему. Ну, как бы, мы же знаем Торнера. 21 и 2. На 300 побыстрее. А Торнер мог бы и получше отправлять. Да вообще, Торнер что-то... Видать, времени нет. Не знаю. А он отвечал... О, какая подсебяшка на 1600. Mm-hmm. Он отвечал нам по поводу того, почему он такие демки отправляет? Что-то я не помню. За оригинальность? Я отдаю.
Форнеру. А почему? Ну ты видел после телепорта? После какого? Ну, первого. А. Он сделал две ракеты, 2Х. И там вообще, по идее, можно по внутренней стене потом отстреливаться, еще быстрее можно сделать. Ну да. Неплохо. Красава, Торнер. Ну, он, видать, просто телепорт за спиной не заметил. Кстати, может быть. Может быть и так. Ну, Торнер, молодец. Я думаю, приз пока что за оригинальность отдаем Торнеру. Эдик меня прости, конечно, но Торнер заслужил это больше. Не потому, что он лучше. Помни, что ты тоже красава. Ух, Халла. 21.1. На соточку побыстрее, чем Торнер. Он, кстати, писал что-то под обзором, под прошлым, а я забыл почитать. Эх ты. Но я уже, скорее всего, почитал. Может быть, даже это ведь. Так, пока все отлично у него. С двух ракет залетает, все хорошо. Ой, вот это мув! Неплохо. Я думал, как он словит. Да-да-да. А ты видел сервер нейм у него? Нет. И я нет. Зорн. Что? На 1.1. Ты реально не видел сервер нейм? Нет. Посмотришь потом. Сука. 1.1. 1.1, быстрее Зорн, чем Хухала. Ну, он писал, по-моему, что-то вроде типа он не фейк и так далее. Ну, в общем, давайте посмотрим. Французского у нас плеера. Киберкотлета. И опять поздно запустил. Неплохо, первый чек у него минус 40 всего лишь. От тебя? Да. 2.0. А у тебя 1.8? Ой, а у тебя 1.9 получается. В конце медленно было. Ну у него конец, да, но очень медленно. Еще ГБ. Ну ГБ это такое, конечно. Ну блин, ну медленно. Медленно, Зорн. Что сделать-то с тобой? Очень медленно. Даже не знаю. Кибиш, ну, Зорн бой. Такой, типа. Кибиш? Не-не. Пьют Бонс из России, хотя флаг стоит Япония, на 400 быстрее. Пьют Бонс. Кто ты? Опять фейк ты. Карус, наверное, играет. Ну, бля, и Карус. Очень качественно сделал. Хотя чек похуже, чем у прошлого. Ой, залетел медленно в телепорт. Ой, как все плохо. Ну, реально медленно. Хотя финиш побыстрее и мог бы еще в потолок. В потолок не пострелял. Минус. Надо стрелять в потолок. Undead Ольмера на 400 быстрее, чем Фьютбонс. Чечня рулит. Что там? Я все пытаюсь прочесть, что там написано на скриншоте. Я не могу. На каком скриншоте? На левелшоте карты. Там что-то типа пройти быстрее соперника, что-то такое. Тоже. Тут вообще на сотку медленнее, чем у предыдущих. Но финиш, судя по всему, быстрее. Неплохой финиш. Еще и буст такой. О, это вот из-за буста чисто вытащило, мне кажется. Да вообще. Ну в ЦПМ можно в натуре и в потолок пострелять, и буст сделать. Как говорится, и рыбку съесть, и буст это самое. 19.0. Это бинт. И Карус. Плюс 200 от Альмеры. Совет Юнион. Фейка-носитель. Всемирного сообщества Дефрага, так как он... Автобус. И... Автобус? Почему автобус? Есть такая компания, которая автобусы делала. И Карус. С Млечного Пути к нам он. С даблджампом. Очень хороший даблджамп. Всего с трех ракет забрался. И финиш. Две ракеты наверх-вниз. Обе словил. Большой-большой молодец. О, какой-то буст вообще странный был. Да, буст как прям по школе Энтера. Вообще. Так.
Ну-ка. Это у нас 17.9 будет, да, Эвенджер? Нет. Не-не, в смысле, не сейчас, а потом. Так, Удмутри? А почему не Undead? Ну, типа У. Undead. Ладно, на этот раз прокатило. Давай, короче, пропустим эту говноденку. Давай сразу Варпанч. Не-не, Удмутри. 18.7. Ну, бляха. Рлау, как говорится. Так. Джамп. 900. 1300. 1600. Ой-ой-ой, как быстро все. 1,6 на 400 быстрее, чем у всех там остальных этих. Самых вот этих. Да, но это... Словил хорошо, но это получилось... Даже густ не сделал. Это получилось как бы медленнее, типа, или что? У меня все, весь рулт неправильный, короче. Не, у тебя старт очень быстрый. Старт быстрый, все остальное не очень. И финиш единственный, вот можно было, типа, с несколько X делать. Ну, там вообще все нужно при этом. Да, мне кажется, финиш можно делать... Типа набирать 1200-1300 и запускать три ракеты, просто равномерно их распределяя по высоте, ты в итоге их все три ловишь и поднимаешься очень быстро, и ты при этом еще и движешься там, пока летишь, типа 1200 у тебя, то есть не 1000, 1200, ты в любом случае быстрее это все происходит. Ну, это наподобие карты ЦСКА 2007D, по-моему, помнишь, там финиш такой же, три ракета на... Не помню. Но. Я к ЦСКА не играл. На 90 варпанч быстрее, чем Удмутру. Варпанч тоже скоро окажется в андедах. Внимание, спойлеры. Кто слышал, стерите себе память. Не портите свою жизнь. Хорошая подсебяшка на 1500. Ой, тут, ну тут очень медленно. На сколько это? На 800 медленнее, чем у тебя. На секунду. И потом после минус секунды сразу минус 112. Это даблджамп реально много. Ну и концовка просто плюс 88. Ну все, я говорю, даблджамп это просто топовый ролл, а у меня говно было полное. Ну пропустил, бывает, что, бывает. Это ладно, я карту не играл вообще. Так это ладно, ты тут пропустил, я на ДФВЦ палку не заметил. Сука. На целую, нет, почти на секунду, на 900. Роди. 17.9 из России. Take control of best faster than opponent on red planet. Ок, миллион, я тебя понял. Так, хорошая подсебяшка. Ну да, нет. Угу. С даблджампом. С трех ракет завязают, все хорошо. И несколько X. А как ты здесь реально быстрее? Несколько X или... Это... Или как ты делал? Я думаю, несколько их сочили, думаю. Арейра из Beautiful. Вот ты не знаешь, кто такая Наталья Арейра? Нет. Ты слишком молод, дорогой друг. Кто знает, кто такая Наталья Арейра? Ставим Лойс под этим видео. В личку мне там напиши, кто это. Ладно, я тебе скин говорю. Скину фотку потом. На соточку побыстрее. Unnamed Player из Country Here. Очень интересный ник, очень интересный человек, наверняка очень загадочная личность, которая сейчас... Это пуст, наверное, стоплово. Это... Нет, это пёс. Это пёс. Ну, а чё такой тайм слабый? О, плюс 48 на первом чип. И минус 200 на втором, ну. У тебя старт очень классно получился. Плюс 500, ну чики вообще долбанутые получаются. Ну, финиш быстрый, буст получился неплохо. А чё так медленно-то, пёс? Что-то странно вообще. Тебя перебил на секунду по челютиум, пёс. Старайся лучше, как ДФВЦ-то будешь играть? Сина ты не крещённая. Вообще. Ладно, не, всё равно молодец. Четвёртое место, красава, я бы сказал. Но скажу и лучше Сити Хабибу. Ещё раз, Сити Хабиб, ты красава. 200 плюс Хейз сделал у нас. Кстати, Хейз перебил пса! Хейз перебил пса просто! Что в этом мире происходит? Третье место Хейз занимает, большой-большой красавец. Давайте посмотрим. Что он тебя там делает?
Он себяшку делает. Это был жумп. Такой, ну, блин, же... у всех минус 200, минус секунды, и сразу плюс 600, я говорю. Ой, 4х! И как словил! Как он словил! Еще буст в конце, красавчик. И на сотку его босс обогнал. Босс, это же босс, это же босс, это же тоже FPS вместе с псом. Монтёр, между прочим. Монтёр, он у пса, наверное, роуд стырил. Интересно, он кайфует, когда сам у себя роуд стилит? Что? Я не знаю. Так, под себяшка неплохая. Дабл джамп очень быстрый, даже быстрее, чем у тебя, по-моему, на 100. Нет, медленнее. Ну и плюс секунда. Начало там чувствовать. Да, и вот здесь опять... Неплохо вставил. Не пострелял в потолок. Тут чувство, когда даже Альмера сделала буст лучше, чем Монтёр. Да-да. А хотя Монтёр и запомнился наверняка многим своей знаменитой демкой на... ПГБ, по-моему, карта называется, где надо что-то около 20 бустов сделать подряд по прямой. Да. Так что это вам не хухры-мухры. Ну и Литиум, первое место. Поздравляем тебя, конечно же, босс. Но Литиум сделал лучше на 600, а точнее сказать, на 584. Да? Таймскейл и репортед. Ооо. Изи читы. Очень плюс классная. Плюс 120 на первом чеке, неплохо. Подсебяшка вообще классная. Во второй все равно медленнее, третий медленнее, да? Во второй тоже плюс 120, третий медленнее. 4х, и смотри, что он сделал. Он заскинил стенку и, блядь, пол заскинил, ты понял? Лол, что? Так, окей, я предлагаю посмотреть демку Литиума в ВК3 в таймскейле 0.5. Готов? Да. Так. Я запустил. Тоже. Угу. Так, да, вон вижу Аймура. Итак. Очень плохой CJ на 480. Сразу минус. Мог здесь выиграть побольше времени. От себяшка так себе, всего 200 дала, должна давать 300. Стрейф не очень, все зоны промазал. Ну, здесь, конечно, без вариантов хорошо с... Хорошо кинул гранату, хоть и поздно. Так эпично смотрится, когда ракета летит в таймскейле. Ты чуть-чуть быстрее меня. Это еще задержка есть, пинг. И виду. И вот он пострелял по потолку. Большой, большой молодец. Дало это ему 100 упсов. Да, ну 100 упсов это много, по идее. Ну да. И ЦПМ Литиум 16.9. Первое место, очень классная демка. В том же таймскейле, давайте посмотрим, разберем. Ну, старт у него не придраться. Потом второй, третий чеки у него такие медленные. У Димона лучшие чеки за этот воркап на вот этот старт, в общем. Первый и второй у него плюсы идут. Только вот третий минус 32. Так, он тебя залетел в телепорт? Да. Взял дабл джамп, он... О. Заходит в следующий телепорт. И несколько икс. Скорость хорошо скинул, да? Вот 30 упсов. Да. 1002 ровно прям. Ну прям, видишь, скинет эту стенку перед собой, как-то вообще, ну очень со странно у меня получилось. Да не скинет, еще вроде. Еще пол заскинет плазминкой, понимаешь, пол спал. Так он не заскинил вроде. Я в таймскейле 0.1 смотрел, там остановился немного и продолжил движение. А, ну может быть, совсем немного. Еще написал лол, ну окей. Сам не ожидал. Да. Так, ну и, собственно, перейдем давайте в браузер. Все демочки мы посмотрели. Вот у нас, собственно, квалификации. Здесь вы можете оставить комментарий. Конечно же, первый комментарий от Димона Биттерман. Почему это всегда смешно? Заходишь в комментарий, там Биттерман. Я опять забыл в обзор засунуть это самое...
В общем-то, у нас открылась регистрация на дуэльный кап квалификаций по физике в ИКУ-3. Зарегистрировалось уже, между прочим, 14 человек. И даже литиум тут есть. Очень интересно будет посмотреть. Стартанул у нас варкап. Ловит Аркон Рокет. Но это, в принципе, не так важно, потому что временные рамки могут быть разные. И вот результаты 1 на 1 офлайн квалификации. Первый этап. Вот ла-ла-ла, можете почитать. Я вам просто зачитаю, кто отквалифицировался. Это у нас Монстрик, Пионекс, Кет и Рекрут. Это в ИКУ-3 физика. А в ЦПМ... Топ-5? Нет, 4. Почему? Монстрик, Пионекс, Кет и Рекрут. Монстрик, Пионекс, Хейс, Кет. Нет, Кет и Рекрут написано, потому что... Я не знаю, почему их Хейс там нету. Видать, отказался, видать. Ну, может быть. А, не, потому что он... Потому что он в ЦПМ. Да-да, он в ЦПМ Хейсбала. Эвенджер. Ну, в общем-то, в любом случае, по 4 игрока у нас отквалифицированы. В ЦПМ это Тутти Фрутти, Монтёр, Хейз и Эвенджер. Очень рад я, что Эвенджер все-таки попадает у нас в квалификации, будет участвовать на дуэльном турнире. Это будет очень круто. Ну, и... ну, я очень расстроен, да? Что Варпак не ворвался в топ-4. Да, ему вот, кстати, у него с Икарусом одинаковое количество очков. Ну, как знать, может быть, допустим, Монтёр не сможет принять участие. Допустим, у него сломаются руки там, к примеру. Ну так, чисто гипотетически. И Варпак с Икарусом займут его место вдвоем. Ну что, они двое стоят его одного, наверное, по скиллу. Ну, на данный момент. Хотя я уверен, что Варпач, Варпанч, он же Варпак, он же Варпукич, цитата Клосс, может показывать очень хороший уровень, потому что, ну, у него просто, может, времени сейчас нет, может, еще что-то нет. А вон, пишет вот Рекрут, типа, можете мою квоту передать кому-то? Я в 1-1 капе не участвую. Окончательный срок список. Будет определяться за неделю. Да, вы окончали список, вот Нос все написал. Так что... Да. В общем-то, пишите здесь всегда комментарии. Частенько посещайте, потому что всякое интересненько бывает. Можете даже репостить, по-моему, это каждый может делать. Но это не точно. У тебя есть вот эти значки, да? Да, есть. Классно. Ну, в общем-то, все. Вот 1-1 кап. Тут можете почитать... подробно, как это будет все распределяться, как это будет все проходить. Ну и обязательно участвуйте в онлайн капе, даже если вы не пройдете, не отквалифицируетесь с ВКУ-3 физики, либо с ЦПМ физики. Это в любом случае проходит всегда очень весело, динамично и упорото. Так что я думаю, что все. Всем спасибо за обзор, хотел сказать. Ну, допустим. Всем спасибо, всем удачи и до встречи на стримах. Всем удачи, всем пока.